пошли нахуй, или ваешь, это что, мне каждый раз расценивать то, да, что да, тебе-то тут причем это этот конкретно, блядь, обидчивый просто. Че, мид дадите? Нет, мид нахуй. Сегодня такие игры отвратительны были, это ебаный шок просто. Блядь, вот когда мы толпой играем, это самое пиздатое, что может быть. Идешь в соло, это просто такая рыганина, это невозможно. Похуй на какие ПТС, это вообще адская хуйня, блевота какая-то. Это тоже, блядь, найти нормальную игру вообще капель. Тоже, это, блядь, пиздец, как это крупица в стоге сена, я хуй знает. А большинство игр это трэш ебаный, просто говно худшее. Я знаю, что пикнуть. Нужно не, блядь, зона. Хуйсос, и говорю, мид, блядь, пикает шторма с снайпером, блядь. Ладно. Чё у нас? Танк говорит, алё, танк. Ща танк высру тебе, нахуй. Бля, хотел пугной побегать. Пиздец. Этого скаймага позаёбывать. Палочкой. Блядь, чё пикнуть-то? Тогда надо четверку фармить. Тут хуй где пофармишь. Надо найти игру какую-то и поиграть. Потому что я ебал, играть вообще не в чего, а в доту не особо хочется. А мне вообще ни в чё не хочется. А в доту так играешь, потому что, блядь, что-то надо. Dishonored бы поиграл, блядь. Тебе бы понравилось. Да, блядь, скучно, пиздец, скучно. Но я поиграю, может, еще. Надо как-то заняться, пройти прохождением. Ты же спать еще не скоро, ты же там в 10, блядь, проснулся. Какой в 10? Ну ты вот в конфе написал, без 20:10 было вечером. Не, это я где-то я в 9, может, в 8:30, не помню уж. А Миранка побегаю, пухуешь. Ничего не охота пикать. Тапок взял и пошел. Чисто порофлить. Главное медасик выкачать. А там это самое. Бля, это помойка исикаповская. Я хз, как у меня еще какие-то крупицы интереса остаются после всего пиздеца. МХшники, там безбаланса игры, краши, хуяши и прочая хуйня. Я хз. Мы, как знаешь, мы как шахтеры, мне кажется. То есть, ну, к чему я клоню? К тому, что вот шахтер долбит там киркой, хуярит, хуярит. Год-два, хуяк алмаз нашел. И заебись. И все старания не зря. И тут так же. Сотни игр играешь, все хуевые. И я вот одну пиздатую сыграл, которую запомнил даже. Вот это бывает такое, сука. Но редко. Не знаю, я... Хочу играть турики, выигрывать этих уебанов. А вы вчера не играли, да? Ну это да. Нет, все спали. Я тоже спал, да, я вечером встал где-то там, ну где-то 8-9 что ли. Я такое-то зарегал, как обычно, меня, Гену, тебя там, Фазила, ГСа. Потом смотрю, ты спишь, Гена не может, думаю, а нахуй. И тоже спать пошел, мы там в итоге просто вылетели во фрислот и все. Блять, вот стоит же забрать мне руну у него, он же мразь ебаная. Потому что я написал мид, а я заберу, мне похуй. Блять, клок с ракеткой. А, так он, блять, я мид, походу, ебать. Я думал, все, мида нет у меня. Он и не планировал на мид идти, прикинь. Заебись, похуй, на подме подставил. Да я вообще не планировал, я тапок взял, блять. Я смотрю, у меня снайпер, шторм, ну, думаю, ладно. Пизда мне, а не мид. Ну, похуй. Лучше тут стоять, чем с дебилом на линии. Можно вообще на любом герое мид идти и похуй, блядь. Главное, чтобы, блядь, не стоять с отбросом на линии. Это минус игра только будет. Я хуй знает, мне почему-то... Несмотря реально на говно вот эти игры, блядь, какой-то интерес, блядь, периодически появляется. Не, вот эти, конечно, надо играть, да. Раньше, просто смотри, раньше ТМ-ки очень часто играли, потому что там дохуя ПТС давали, там реально потели, а сейчас вообще похуй. Типа. Сейчас типа ТМ-ки никто не играет, и только вот турики остаются. Либо хай ТБшки, но там тоже, блядь, найти шанс нормальную игру сыграть
не особо высокие, блядь. Там эти, блядь, узбеки обузят, блядь, имхашники, друг друга покрывающие, блядь, и прочая хуйня. Просто гниль. Как ты третий левел? Ну ты бегай там за киллами, блядь, пока я тут качаюсь на миде. Бегай дальше за киллами там какими-то, блядь, на нашей базе, блядь. Как ты третий левел? Нихуя у него, блядь, ботлы там какие-то. Похуй, ботлы себе принесу тоже. Бля, как я долго закупаюсь, это ж. А кто-то мышки, прикинь, закупается там еще. Макиба, макиба, земля. Нет, можно на что придумать? Вот тебе захотелось на тролле поиграть? Типа дефолтным закупом хуй знает, а вот что-нибудь если под какой-то свой закуп придумать, блять, оптимальный под это дерьмо, может получше будет. Да бля, пиздец, как стоять нахуй? Иисус, бан. Две тычки, блядь, рыгает, да? Две фласки сразу себе принесу, нахуй. Вообще Торм, ты слаб, блядь. А похуй, заедет, не заедет. Заехала, блядь. Все, я попал, братишки. Будем джангу делать. Ну, заебись. Джангу сделали, бля. Апнем стики тогда, что еще можно придумать в рейсбендик. И все. Ну и кларетку, может, какую. На город наших братьев напали враги. Тише, тише, блядь. А, это как, блядь? Ну ладно. Да тише, тише, заебал. Дабл страфовал, не прокнул, сука. Можно было и прокнуть, бля. Надо было чуть ближе к нему подойти, чтобы вторая звездочка наебала упала. Ты на стриме, что ли? Нет, запись делаю. Просто в холостую, что ли, играть? Хуйня полная. Так хоть видос какой-нибудь высру. Будет видос разговорного жанра, бля. Так, чисто побегать, почилить. Чек. Ладно, на скаймаге надо концентрироваться. Пижу, пижу его, хуяк отлетел сам от него. А, вард поставил, да? Халюха. Ой, блядь, это проебано. Наших братьев напали враги. Так, будут математические расчеты, просчет. Не, не будут. Ой, бать, халява. Да, да, ампул, да. Да сука, не спиздил, блядь. Вот 69 голды гангать вообще нахуй невыгодно. Пришел, блядь, ассист понюхал.
Бля, если б клаку я купил, конечно, а бы хуй вообще что сделал тут. На город наших братьев напали враги. Так, ты чё, педер? Ёбаный. Блять, что-то пиздец дамаг у него. Он просто даун сало не качал, блять. Так бы, бля, я вообще охуевал на миде. Вторую подмаксил, он первую и вторую максит просто и все. Если бы сало дал, я бы, бля, вообще без шансов там отлетал. ПД. Но, к сожалению, он долбоёб на скайпуке. Всегда дефолтно качать надо первый, третий. Ну, вторую для замедла чисто на вижен на разок и все. Под сайленсом, блядь, ты урона больше вносишь. Ай, бля. Надо квилку доделать и в медасик. А ты что там страдаешь, с кем стоишь, нахуй? Клоком, что ли? Клоком стоял, но в лесу ебался, маску купил, в лесу ебался. Так, что еще купить? Потеху нахуй какую-то. А, заебись, я купил, блядь, денег на топы нет. Блять, вот эти вот игры на троллях, это за донат надо играть. Потому что просто так тебе захотелось, это, блять. Хотя у меня тоже, блядь, бывает. На каком-то говне. Зачастую, блядь, поиграть охота. Потому что заебывают одно и то же, блядь. Блять, давали бы нахуй в АРТБ моде или в СДТБ ПТС, как в XLTB, все бы его играли. Одно и то же просто заебывают. Ну хотя это такое рандом около пик лучше тоже. Ну хотя бы для разнообразия бы сделали. Иду я по гангу кого-нибудь. Тут Скаймаг два раза харкнул, у меня пол хп нет. Пизду. О, изи. Монетки никто не контрит, всем похуй. Шлюха. Думал, сюда пойдет. На город наших братьев напали враги. Новый клиент приехал. Не шевелись, гандон. О. На город наших братьев напали враги. Как так, нахуй? Наших братьев напали враги. Ну, вижен, блять, ёпты, нахуй. Ясно. Я на базу. Нам да, винчики что-то отписали, надо почитать, нахуй. А, не, не там. Самый кайф стрима 3.24. А, это когда я, блядь, вебку врубил и танцевать начал. Это поеб. Эсик. Эле. Витайбаны. Сегодня, короче, на стриме такой сижу, говорю, надо взять героя на чил, не на тильт, а на чил, и пикнул ВД и 0.16 пробегал. Почили уже? Охуенно вообще, зачилил. Ты чё, варды ставишь? Тебе вообще делать нехуй? Не мои.
На, у тебя варды ставят? Ну, один был. На город наших братьев напали враги. Бля, иди других убивай, я и так на тролле играю, блядь. Да, блядь, ты... Стою, блядь. Случайно там вышел. Да ебучий змей, на эти, блядь. Да, блядь. Не успели. Имха под ма 500%. На город наших братьев напали враги. Боже, вы сыны шлюх вообще, что ли, все? Ну, это сам выбрал такую судьбу. Почему меня-то бегают убивать, блядь? А им похуй. Кого видит, того, на того атаку делают. Почему террорблейды никто не убивает? Да будут сейчас убивать. Я вот уже к нему и направился. Да, блядь! Сука, тычка, ебан. Чуть ульт не нажал. Там, блядь, не жмёт. Да, там рейнджа, блядь. Я уже чувствовал, что он жмёт. И чё ты, пидрила, меня видишь, что ли? Шлюшки. На город наших братьев. Да, блядь! Не нахуй. Дай мне охоту на маслята строить. На город наших братьев напали враги. Нет, тролль под эмпауэром может так-то стиля раздать. Под атак спидом своим. Куда я бежал, ами, да, скинь? Пиздец. Данные утренние игры, это такой трэш, это пизда. Это, мне кажется, можно в отдельную рубрику, блядь. На город наших... Слушай, это такой пиздец творится с утра. Да и ты сам пиздец. Утренний, блядь. А, догон, да, купил хуесосик. На город
наших братьев напали враги. Как у вас танк АФК встал? Да так-то клок со скаймагом могут комбинить. А это два дауна. Ничего, кроме как хуй Вануса не закомбинит. Да ты хуй сос, и... мхашный, блядь, все видишь. Тварь базарный. Ебать там, блядь, плюхи. Дагон выкачал, блядь, раза три его на миге убил, блядь. Дагон выкачивает. Ебище. На город наших братьев напали враги. Сука. Заебал дудосить. Хуй сос ебаный. Попадись на стрелу. Тварь базарный. Ой, джаляп. Ноль хп, бля. Да блять, ебучий крип нахуй, блять, рот тебе ебал. А, ну в меня, конечно же, нажмет. Не в кулака, который бежит пердить. Ясно, бля. Мусорит заебаная, блять. Куда у меня 2900? Снайпер ливнул. И что мне купить, бля? Манту какую-то. На город наших братьев напали враги. Ух. Быдло ебано. Ты мадно забыл, братишка. Я не буду трогать. На мои хлебушки уже увидели и спиздили. Бля, я думал, топорик получил. Я стрелу кидал, короче, смотрю, мадно сваляет. Ну, притяни же живут на вот. Ой, ебань, давай, туда он нахуй. А, ясно, блядь, уебищ. На город наших братьев напали враги. А похуй, я алын. А, блядь, а иди нахуй. А, ясно. Хуй сос, блядь. Ебать, собаки сгрызут сейчас нахуй. Ясно, блядь. Найс, прыгнул, блядь. Он не видит, да, что у тебя это хуйня. Красный тапок кормлет маму. Вот это, блядь, понимаю.
Собаками стопит меня, уебище. Собаками стопает, стопает меня. На город стопай, стопай, братик, на меня с собаками братьев своими. На город наших братьев напали враги. Эйк, ёпта, бля. Лотар, значит, да? Лотарина. Лотарина. Эпизод. Лотар неузимость, как говорят у нас в деревне. Что, продать ботл? Нахуй не нужен уже. Или нужен? Ой, атаку делают. Как ты сдох, бля? Я же ультанул тебе. Ты, бля, ебаный. Вот сюда, может, пойдет кто? Не, не пойдет, бля. На город наших братьев напали. Шовка ебаная, нахуй. Ой, джалет. Пал не кидает. Попади кто-то куда-то. Бидля ебаный. На город наших братьев напали враги. Пушат по всем фронтам, нахуй. У нас кто-то в лесу там сидит, блядь. Или... На город наших братьев напали враги. Да поставься ты же, блядь, животное. О, петушка убили. Иди нахуй отсюда. Кажется, все пизда. У меня егис пропал. О, пауза, здорово, ебай. Ты кукол просто. Чё ты бы здесь интрак поставил, нахуй? Где ты бы, бля? Где этот кукол, ты ебаный? Будем тестить нахуй.
Да ты животное. На город наших братьев напали враги. Оп. А, ясно, блядь, меня именно. Блять, хуета анлак, нахуй. Специально манту нажал, блядь. Меня, блядь, именно андер нажимал. Там топа нету уж. На город наших братьев напали враги. Не, на этого героя надо башку покупать. Да, надо. Я тоже. Вчера в рофл кто-то, ГС вроде вчера или позавчера, нет, когда мы там играли, он говорит, тролль башер купил. А я так подумал, а чё, это плохо что ли, нахуй? Это наоборот надо, блядь, они потому... Стакаются. Да, да. По-любому. Башек нормально начинает. Пиздец, как башить стал у меня. Да поп. О! Да, креветка ебаная нахуй. Блей, там пушинг опять ебаный идет. Заебал пушить, нахуй. Ась ебаная видит, блять. И там пушится везде, блядь, спидеры спушат его по итогу-то. Да и похо, я так чисто побегал, бля. Иллюзию, блядь, на вышку направить не может, да пушить. Дота олд плеер, блядь. Где, блядь, моя, нахуй? Дайте мне, блядь, забрать предметы мои. Надо отпушить там плотненько. Ладно, форум отпушит. Да иди ты нахуй, как ты так бегаешь, шлюха ебаная. Я пошел. На нас напали. На город наших братьев напали враги.
Ты мои шмотки ебаные. Бля, гем что ли купить. Ну куда вы, блядь, бежите на крипах? Алло, я тут, блядь. Алло, сука. Да иди нахуй! Ебать промахов, блядь. Чё, блядь, 200 тысяч промахов, нахуй. Гемчик по классике проебан сразу же. Ну баш, блядь. О, гемчик на базу нахуй. Это моё, бля. Я со своей кровной, бля, покупал. Идите нахуй. Два байбека уже нажал, бля. Ты зря тратит, бля.
чё у нас войд, блядь? Ну, дефолтно, без БКБ, нахуй БКБ. У меня самого нету БКБ, блядь. Почему у меня ливает всегда ПКД, блядь? Не у кого-то там другого, у меня, блядь. А, хотя похуй. Бля, я надеюсь... А, да, я думал, что я с гречки зашел. Так что похуй, у меня тут винрейт 50% будет, блядь. На... Сын ГС на кулаке. Даггер купил? Не. А чё? А тролль с башером, это стильно. Ну будем вводить новые тренды, нахуй. Башер. А чё ты меня из баша не выпустил, а гем проебал? Всё, работает. Готовься к игре 60 минут, где я проебу. И ты на X1 пойдешь, шлюшка ебаная. Потому что я не вытерплю еще 60 минут страдания. Лохушка ебаная. Нет, ты. Нет, ты. Схуяли я лохушка. Схуяли я лохушка. То, что я игру проебу, лучше? Нет, то, что ты больше часа вытерпеть не можешь. А я же играл сегодня в доту, а ты-то нет. Я-то стримил, бля. Запас энергии-то не бесконечный, нахуй. Дайте нам хоть ты два вон сломать, хоть одну, блядь. Быдло ебаное. Бля, можно Кади, можно Буризу, можно Доминатор, что хочешь, Баттерфляй, бля. БКБ, может, даже. На город наших братьев напали враги. Ясно. Куда у меня герой бьет, блин? Баттерфляй. В принципе, можно купить. На нас нужен лайфстил какой-то. О, изи. А когда не изи, бля? Ну можно из баша выйти, блять, боже, блять, из баша не выхожу. Я бы школьника убили.
героев напали враги. Как вы заебали нахуй. Прируйте по КД, бля. Кайма культ не нажал, мог двоих убить. Хотя бы убил, бля. Уже спасибо, бля. Что это он глянул? За Егисом, бля. А, вы кикнули его нахуй? Все, шмоток там наберете нахуй. Ебаный долбоёб, блять. Бегим, блядь, меня обнаружили. Вайзеляп. Я так медленно под хвостой бегаю, алло, блядь. Блядь, сука, длип, блядь, секунду не успел. На город наших братьев напали враги. Ясно, хуй-то. Ну, еще прыгни. На город наших братьев напали враги. На нас напали. Бежал по меду после боя. Уже третий раз уже. Байбик. Нам приходится чаще байбик делать, потому что вы пушинг делаете. А вам не нужно делать байбик. Потому что мы пушинг не делаем. На город наших братьев напали враги.
нормально все-таки. Что я запозднился с этим мидасом. Давно она было продать уже его нахуй. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Ты, блядь, так и не поставил хроносферу свою, блядь. Какая мерзость, блядь. Просто фума. Wicked.
бы. На город наших братьев напали враги. На нас напали. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Monster kill! На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Блин, надо было пораньше этот доминатор купить. Да, похуй. Ебать, блядь, чё такой стан долгий? Я не закомбинил. Нужно больше. Да, один хуй проебали, похуй. Вадик разберется с физиками. Я там Октарин, блять, все это. Не трогай, бледина ебаный. На город наших братьев напали враги. Thank you.
Надик даже купол не выслал под конец. Не успел. Стоял под фонтаном. Must have баш на тролля. Намного облегчает. Конечно, один хуй герой дерьма. Вообще худший. Может, молнии на него какие-то, блядь, купить?